بعض الناس هدانا الله إياه. Некоторые люди, да поведет Всевышний Аллах по прямому пути нас и их. يقول أنا طالب علم. Говорят, я же требующий знания. أنا لا أصلي النوافل. Поэтому я не буду сунну читать. لأن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Потому что сунна лучше, чем желательная молитва. نقول هل أنت سائر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Я хотел сказать, потому что требование знаний говорит лучше, чем разве ты, чем желать молитву, разве ты идешь по пути пророка? لابد يقول نعم. Он скажет да. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على السنة الرواتب على الوتر؟ Пророк صلى الله عليه وسلم относился ли же бережливо к постоянным суннам и к витру? إذا لابد أنت تصنع هذا إذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. Поэтому если ты идешь, хочешь идти по пути пророка, ты тоже также должен бережливо относиться к этим молитвам. كيف تريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك في العلم وأنت لا تؤدي لا تتقي الله سبحانه وتعالى. Как ты хочешь, чтобы Всевышний Аллах облегчил тебе требования знаний, при том, что ты не боишься Всевышнего Аллаха? الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. Аллах в Коране говорит: бойтесь Аллаха, и тогда вас Аллах научит. إذن لابد بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لابد من صبر ويقين لا تشك. Поэтому должно быть терпение, должна быть убежденность. И по этой причине человек становится имамом в религии. И поэтому ты не, тебе запрещено сомневаться. فكيف يفتح الله عليك وأنت لا تتقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل؟ Как же ты хочешь, чтобы Аллах тебе открыл знания, если не приближаешься к Нему желательными делами? ثم كيف تريد أن الناس يصنعوا بهذا العلم الذي تعلم الناس يطبقوه وأنت لا تطبق؟ И как ты хочешь, чтобы люди практиковали те знания, которыми ты их обучаешь, если ты сам их не практикуешь? نعم حري بطلاب العلم أن يكونوا قدوة للعوام قدوة للآخرين. Требующий знаний должен быть примером для других. نعم حتى يعني يقتدي بنا العوام. Чтобы люди простые общие массы следовали за нами.